Всем добрых времени суток, с вами Дракон, мы продолжаем проходить Ведьмака Камень и Сердца. В этой уютной таверне мы закончили в прошлый раз сдавать квест про... Супочку я бы съел. Атаман ведет, атаман раздаст, про дом атаман никогда не Максимилиана в Рассоде. Дальше следующее, как сказать, желание нашего Вольгерда это развеселить его брата. Как и предсказывал господин Зеркало, Вольгерд дал Геральду несколько заданий. Для начала он попросил две вещи, в том числе, чтобы его брат Витальд разлегся так, как никогда в жизни. Проблема в том, что как раз что Витальд из жизни же уже ушел. Поэтому Геральт решил отправиться к Шане, которая, будучи гражданкой Дании и жительницей Аксенфурта, а также ученой, могла располагать сведениями относительно места, где похоронен Витальд. Что ж, пойдемте к Шане, поспрашиваем. Кстати, надо уже побриться, а то как-то оброс. Что тут на картине? Реданс, везде реданс. Мое почтение. Чем могу помочь? У тебя есть бритва и ножницы? Отлично, подстриги меня. Бороду. Давайте аккуратно с усами будем. Чё вообще не изменился? Ну-ка. А так. Такой, давайте соответствующую прическу. Так, распущенный как-то не подходит. Эх, мятежника. Нет. Не слишком длинный, пожалуйста. Опа-на, вот это чума. Окей, я согласен. Бывай. Ну, подростка стал похож. Йоу, мэн. Пошли-ка. Кто и выискался? Такие, как ты, только болезни разносят. Шани. Я живой. Где-то там сверху. Я исследовала образцы слизи. Теперь я могу приготовить противоядие. Это хорошо. Зараза в армии может быть опаснее любого врага. Твои заслуги не будут забыты. Я получу медаль в форме жабы? У нас такой медали нет. Геральт, ты в порядке? Что это у тебя на лице? Долгая история. Мы тут лекарства ждем. Может, потом поболтаете? Ах, да, хорошо. Я иду готовить антидот. Это недолго. Шани была в шоке от моей прически просто. Миленькая эта медичка. Не то что эти ученые. Да? Интересно. А как же, по-твоему, эти ученые выглядят? Ну, они ведь слепнут быстро от всех этих книжек. Стало быть, все в очках. Конечно. Точно. Сушеные очкарики. Да и одеваются кое-как. А для кого им наряжаться? Для книжек.
Захватывающая теория, но, надеюсь, ни одна медичка ее от вас не услышит. А? Почему? Потому что, когда вас проткнут во время боя, она не захочет вам помочь. А ты счастливчик, ведьмак. Видел я, как она на тебя смотрела. Совсем не так, как на меня. Верно говорю? Она тебе тоже нравится, да? Красивая, красивая. Она бы только слепому не понравилась. Известное дело. А у ведьмачей, говорят, чувства острее наших. Вот лекарство. Это сильный концентрат, поэтому следите за дозировкой. Каждому больному принимать по 2 капли с пищей 3 раза в день. За 3-4 дня зараза должна пройти. Благодарю от имени Ридании. Заплати ей хотя бы. Так значит, ты теперь служишь риданцам? Я служу людям, лечу их. Так сложилось, что я на риданской стороне. Но нильфгаардцам я бы тоже оказала помощь. Так же, как каэдвенцам, аэдирнцам, эльфам, краснолюдам или низушкам. Ты же меня знаешь. Если не считать случая в каналах, в последний раз мы виделись, кажется, в Вызиме. Да. Да, как раз, когда там свирепствовала Катриона. Мне кажется, будто это было 100 лет назад. Что с тобой стало потом? Ну, я уехала из Вызимы и вернулась в Эксенфурт. Закончила докторскую, открыла собственную практику. Когда началась война, меня приписали к медслужбе при штабе Риданской армии. Да, похоже на Родовида. Грех жаловаться. С тех пор, как боевые действия поутихли, я снова живу у себя дома и лечу больных. Но я всегда должна быть готова, что риданцы снова придут ко мне с каким-то архиважным заданием. Да, война тут не заканчивается. Шани, в этот раз мне нужна твоя помощь. Так и думала, что ты навестил меня не только из дружеских чувств. Что тебя привело? Это как-то связано со знаком на твоем лице? Да. И ты должен мне рассказать, что случилось в каналах. Рассказывай. С чего начать? Оказалось, что чудовище в каналах на самом деле было жабой, а жаба на самом деле была принцем, причем из Афира. Ага. А я коверская принцесса. Это чистая правда, клянусь. Когда я убил жабу, явились афирские солдаты во главе с чародеем и схватили меня. А спас меня из передряги некий Гюнтер Одим. Это кто? Хса, я вообще не знаю. Это какой-то такой мутный. Я сам до конца не понял. В благодарность за его помощь я должен исполнить 3 желания одного дворянина. Сейчас мне нужно призвать дух его брата и сделать так, чтобы он развлекся как никогда в жизни. Развлечь призрака? Как ты хочешь это устроить? Пока речь не об этом. Сначала я должен найти его могилу и призвать его. Ты имеешь в виду некромантию? Слишком опасно. Тут нужна высшая магия. Один подсказал мне, как обойтись без некромантии и чародеек. Он дал мне 1 препарат, чтобы призвать духа. А еще мне нужна кадильница. Кадильницу я достану. Они есть на складе в университете. Я могу тебе ее принести. Спасибо. Не за что. Но мне это все равно не нравится. Мне тоже. Я тоже не в восторге, но у меня нет выхода. Я должен призвать этого духа. Я понимаю. А кто это? Брат Ольгерда фон Эверика. Фон Эверик? На 3-м курсе нам предложили на выбор факультативы. Золотые мысли иерархов или знаменитые династии Ридании. Я выбрала 2-е. Молодец. Вот он. Фон Эбергейт, фон Эбнер, фон Эверек.
Сказано, что брата Ольгерда звали Витальд. Он покоится в фамильном склепе рядом с поместьем. Спасибо. Я знал, что ты мне поможешь. Я пойду. Пишут, что этот склеп – архитектурный шедевр. Хочу взглянуть на него. Кадильницу я принесу. Встретимся у входа. Кубастенькая. Так, ладно, идем. Стоять. Чё-нибудь... Виноградику хотя бы. Геральт, я бы на твоем хотя бы яблочко взял. Эй, Геральт, не надо по воздуху, не надо. Рано еще выдавать свои сверхспособности. Тут лучше не брать. Что хоть болезни не пристают. Так, пошли. Ого, далековато. Давайте-ка. Интересно, что здесь у нас? Доски объявлений? Это первое. Во-вторых, что за три вопросика? Ладно, давайте сюда сначала. Хотя деревня Алис как раз-таки это вот... Это по следующее дополнение. Ладно. Кстати, наверное, рановатенько. Надо сбагрить... А тут и нет никого. Как так? Сколько времени поиграло? Ну? О, утро еще только. Ну, это значит, можно заскочить, все продать к этому, как я уж, мастер-кузнец-то. Хейвард. Здравствуй, Эйвор. Эйвор, во. Вспомнил. Тьфу. В смысле? Тьфу на тебя. Что-то я пропустил, походу. А, нет, правильно. Волю к жизни из меня высасывает. Пардон. Здравствуй, Эйвор. Здравствуй, Геральт. Чем могу помочь? Давай. Покажи мне свои товары. Покупай у меня все. Давай вот это вот шпионское все скинем. Чтоб никто не узнал, что я сделал в прошлой серии. Шейм. Это что это? Мм,
Мячи, мячи. Так. Нет, это я себе приберегу. Мало ли. Так, держим. Ну, синенькие точно все. Появился ничего. Платой ничего нет. Дальше. Синенький. Так, это надо расковырять. Это мы, по-моему, смотрели все. Про модификатора нет. 4% шар. Так. Подумаем. Оу. Не, что-то он какой-то маломощный. Так, это тоже круче, чем мой тот. Ну, 8 всего лишь. Вообще как-то ни о чем. Что ж дерево-то не накопил? Ну что такое? Кстати, у меня чего-то заканчивается, насколько я помню. Какие-то чиники. А нет, еще не заканчивается. Что у нас тут есть? Ничего хорошего. Так, это я что, продал? По-моему, нет. Нет. Кстати, у меня 37 уровень. Юху, сейчас будем делать. Так, ремесло. Что-то я там, помнится, очень долго ждал и дождался. Так. Вот так и оставляем. А есть самонаводящийся? О, есть. Класс. Это хорошо. Ну, в принципе, это потом. Самое главное, что? Это вот. Юху! И все есть, отлично. Что у меня еще есть? 37 уровня. Так, гарпия у нас плюс 73. Да нет. Старье. Так, это не коготь. Тоже с тремя. Отлично. Так. Плюс 30% мощь Ирдена. Отлично. На треть будет мощнее бить. Это вот хорошая штука, хорошая. Тут тоже на 37 больше нету. Да я, собственно, их, наверное, сделаю. Тут это последнее, наверное. Которое можно создать. Давай, родной, делаем. И вон тут харпушу. Отлично. Так, сейчас еще посмотрим, что нам вставляем. Будь здоров. Так. Берем. Так. Чего вставляем? Так, ну, в сталь у нас обычно ставим горящие. Так, где-то у меня тут было. Горение из равновесия. Да, наверное, так и поставим. Хотя здесь вообще-то Ирден у меня рулит на нем, да? 30% Ирдена. Так. Можно
одно горение, одно... Что-нибудь тут наедан есть? Хотя здесь же ничего ирдмурского такого нет. Это из равновесия трава. Так, а еще, по-моему, этот кровотечение где-то у меня было, да? Да, вот. Давай одно кровотечение. Так, медвежачное разбираем, наверное. Жалко, конечно, но все уже, ранг не тот. И, а в этот вставить... А в этот вставить... Да, в принципе, разберем. Сила атаки, сила атаки. Ну да, тут самое главное сила атаки, даже можно и третью тоже сила атаки. Так, хорошо. Хорошо. Давай, Эйвор. Здравствуй, Эйвор. Здравствуй, Геральт. Сейчас будешь разбирать произведение искусства. Сделай для меня кое-что. Разобрать медвежий. Нет, да. Давай. Да. Лапан, да. Жалко, жалко, но давай. Будь здоров. В принципе, все остальное можно уже продать, либо разобрать. Так, значит, что я хотел? Всего понемножечку. Так, 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 так. На 5 сила атаки. Так, это все, это сюда сила атаки. Еще одну силу атаки. Да ну, наверное, еще одну силу атаки. У нас тут мощь главная. Так, а на этот разное горение. Сейчас вставлю, на что у нас кровотечение. Кровотечение, значит, горение и что-то еще, по-моему, было, и равновесие. Так, равновесие 5 и горение 5. Все нормально. Нормально, нормально. Так. Все, продаем. И самонаводящийся надо делать. Есть у меня тут блуждающий гном. Во. Эти по сути одинаково. Это вообще может продать уже. Так, и что у меня тут? Да ну все. Можно продавать, все продавать. Продаем. Хотя вот горение жалко, но... Ладно, оставлю вот орден пылающей розы на всякий случай. Здравствуй, Эйвор. Здравствуй, Геральт. Чем могу помочь? Давай блуждающих наделай. Сделай для меня кое-что. Самонаводящийся, это хорошо. Тут есть еще какие-нибудь... Очищение, взрывающее, ну, взрывающее что-то не очень. Распадается на несколько снарядов. Ням-ням-ням-ням. Не верю. 7 пробитий доспеха, что-то вообще ни о чем. Так, ладно, блуждающего грома делаем. Так, что у меня там? Так, перьев не хватает. Перо чудище. Чудовище. Ладно, короче, гарпуш надо... зарешать всех. Так, и что у нас там с этими? В принципе, ну вот этот кота, который я сделал, а этот что-то не очень.
Ну, понятно, понятно. Чуть-чуть добавил. А, воск. Окей, окей, все. Так, снаряжаем. А, ну и, конечно же, покупай. Покажи мне свои товары. Покупай, покупай. Ух ты, 90 наделал. Неплохо, неплохо. Эй, почему? А, продать нельзя, фух. Так, что я хотел оставить? Вот это, да? Окей, бери. Давай мне обратно мои деньги. Разморозка ни о чем. Так, и... Я не могу оставить тебя с деньгами. Прости, пожалуйста. Ну, давай мне все свои портки. Отлично. Вернули денежку. Будь здоров. Так, и давайте. Так, а что у меня торчит-то? Какие стрелы? Составной. А, это вот он распадается. Ясно, да. Вот мне надо блуждающих. Офигеть, 100 штук. Так, а это тоже блуждающих? Тоже отлично. Все, навеки вечные хватит. Можно не целиться теперь. Все, все, что как мне надо. И бомбу, наверное, сейчас поставлю какую-нибудь хорошенькую. Так, так, так. Так, ну нам сейчас... Я даже не знаю. Примерить ее нет. Нам сейчас от этого, от призраков. Наверное, все-таки лунный пыль. Хорошо. Хорошо. Все снарядили. За полтора часа, можно сказать, отправились. Можно бежать к поместью. И не только. Тыщи, моя старая супруга. Спасибо тебе огромное, ведьма. Пожалуйста. Долго товарищ горит. Иди, откуда пришел? Странно. Вот здесь и здесь. Я, видимо, что-то все-таки деревня. А вот, по-моему, здесь. А здесь я, по-моему. Ну, давайте заглянем, посмотрим по пути все равно. Что висит? Так, деревянную лошадку, свинка, своей подружке читал все это. Так, да. Если попадается вам некий господин по имени Одрин, не имейте с ним дела, разве что в компании стражников. Тип жил у меня в корчме больше 3 недель. Вот это, по-моему. Ну не официанткой же устраивается. Дырявых горшков нету. И паричек тоже. Ну-ка, 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 ну-ка. Так, я не понял. Что еще мне тут? Деревянную лошадку, что ли? Короче, набрал всех листочков. Чё еще мне? Эх,
Ну, ну, точно, я буду устраиваться официанткой. Ага, продырявый горшок. Я так и не понял, что надо-то. Все собрал и никакого задания не дали. Замечательно, замечательно. Охота за дырявым горшком. Ладно. Светиться больше не будешь. Идем дальше. Ну, в Альбанес точно кровь и вино уже начинается. Так, значит, вот где-то, где-то вот отсюда и вот эти вот три вопросика. Я, по-моему, там уже был. Что-то как-то не сохранилось, что ли? Может, и не был. Кто знает. Ты и тут бывал, и там. Вот ты мне скажи. У них в Новиграде правда такая мода, чтоб манну у меня была возможность, представлялась, но... Но с новиградскими пока что нет. Только с нильградскими. Так. Так. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Сюда. Опа. Великие дела. Я тебя даже не заметил, где ты там готовился. Лошадки. Аккуратно, аккуратно. Придержи. Опа-на, здрасте. Идем. Слазь! Очень чудесно. Давайте, работаем. Ау-ау-ау-ау. Каждому досталось. Помажемся. Что-то они как-то мощноваты немножечко. Я один не справлюсь. Ау. Вечный огонь! Так, дайте-ка энергии побольше. Так, давайте опять в кучу, в кучу. Кучу, в кучу, в кучу. Ау. Так, еще готов. Последний. Ну тебе, Аксим, придется. Щитовиков только Аксим. Кушаем. Так. Так, 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 так. Ох уж это пылающая роза. Главное, сразу нападает нету поговорить по душам. Подумать.
Истах, пусть тут лежит. Так, кого-то там поймали. Я уж насерил облепихой. Думал, убьют меня. Милости прошу в мою хату. Идем, идем, дядька. А у вас тут уютненько. Дайте, все в порядке? Че у тебя там? Еще раз благодарю. Если б не ты, я б сгинул. Я Панкратий-почастник, а люди кличут просто «дядька-почастник». Чего тебе надобно? Грибков? А может, травок? Давай посмотрим. Покажи, что у тебя. Хребки. Так, мне надо. Мне только мутагены остаются и... Улучшенное зелье Петри. Обычное, по-моему, есть, а вот улучшенного я что-то не нашел. У тебя нету случайно никаких свитков там? Что-нибудь нет? Ну ладно. Ладно, давай. Ясно. Счастливо. Понятно. Алхимики мне уже не нужны. Так, следующий. Претендент на смерть. Сюда. Что-то я этих пылающих роз уже нарубил, уже со счета сбился. Давай. Оу. Привет. Так, аккуратно. Плотва. Вперед, плотва! Опа. Плотва не так быстро. Опа. Слазь и мотай отсюда. Гнездо драконидов. Надо его уничтожить. А обязательно сначала вон того товарища. Хотя можно его уничтожить, пока он там тупит. Кидай. Плотва, отходи. Отходи, подорвется. Конечно, кто бы сомневался. Чё это там? Эйте-ка, пожалуйста, помазайте. А где у нас тут? Давно уже не использовал. Эй, где? А. Ау! Не смей! Так, сейчас получишь. Чё? Давай как-нибудь попадай уже. Отлично. Плотва, следующая остановка. Эй, куда? Куда? Стой. Стой, спокойно. Надеюсь, там не обрыв впереди за ветками. Не торопись. Ну, да. Но. Потихоньку.
Деревушка какая-то. Что за домик? Вот они так быстро. Интересно же. Давайте посмотрим. Что-то вообще ничего нету. Странно. Так, плохо, сейчас я быстренько. Пылающая алая роза. Ну кто бы сомневался. Ау, сейчас получишь. Сейчас. Сдохнешь. Ты оттуда, ого. Молодец, прямо оттуда, да? Ау, я застрял в кусте. Ау. Моща с двумя молоточками-то. С тремя. Молодцы. Давайте на дорогу. Эй, я еще не закончил. Держите молоточники. Так, ты сейчас свой арбалет себе сам знаешь, куда засунешь. Ты знаешь, что я делаю с арбалетчиками. Руки забираю у них. Так, мне нужен один удар, сразу предупреждаю. Ау. Попали. Кто-то, по-моему, сзади еще остался. Так, у меня закончился яд. Сейчас, секундочку. Подождите, перекур. Запас муравьиной кислоты уменьшается. А, ну понятно. Дилеры очередные. Ну, этих можно. Лаборатория Фиштаха. О, чертеж сапог. Интересно. Еще один чертеж на эфирском. Мне нужен кто-то, кто знает этот язык. Вообще-то да. Надо найти. Что у нас тут? Спиртяга. А на фишкам, по-моему, там где-то в самом-самом далеке. Ладно. Это не столь важно. Но как-нибудь дойдем. Так, Шани. Ждет уже, небось. Хорошо.
Тут два. Я никогда не видел тебя такой. Какой такой? Ну, не знаю. Романтичный. Обычно я вижу тебя в окружении бинтов и медикаментов, да еще всю в крови. Потому что ты обычно приходишь, когда я работаю. А сейчас я не работаю, жду тебя и плету венок на свадьбу. А я не знал, что ты выходишь замуж. Не я, глупый. Моя подруга. Этот венок для нее. А кстати, может, ты захочешь пойти со мной? Ну почему же? Конечно, пойдем. С удовольствием. Замечательно. Значит, договорились. Ты не забыла кадильницу? Разумеется, нет. Меня чуть не застукали, когда я ее выносила. Я не знала, как ты ее будешь использовать, так что взяла еще смесь янтаря, аниса и можжевельника. Они неплохо дымят. Спасибо. Может пригодиться. Пошли? Пойдем. А книга не врала. Это место действительно производит впечатление. Верно. Жаль только, что здесь так запущено. Рот обнищал. Видимо, не было денег на содержание. Да. Похоже на эльфские развалины какие-то. Оу, как-то там немножко слишком страшно. Тебе не нужно идти со мной. Можешь подождать здесь. Так, наверное, будет лучше. Да уж, давай. Если что-нибудь случится, то кричи. Ну, это вряд ли. Так, кошечку, пожалуйста. Ничего ж не видно. Это не скелет, это мавзолей какой-то. Не говори. Зато тут можно поживиться грибочками и трупы обобрать. Так, сжигаем. Знак то, что я тут был. Ого! Возьмем. Я думаю... Витальд будет сейчас в ярости, что я тут все обобрал. Ну. Так, это. Мы уж как-нибудь обрекаемся. Мы не можем без мародерства. Призраки. Я знал, что без проблем обойдется. Окей, ничего страшного. Призраков я люблю. Привидешки. Давненько вообще не было, призраки как-то они вообще не это. Вставай! Идем, идем. Ой, моща, моща, молодцы. Хорошие привидешки, молодцы. Ау, ау. Аккуратно.
Кто там сзади, я не понял. Не вижу. Чем мне нравится поведешки, это то, что они медленно все делают. Хочется ли на этом сюрпризы? Надо мне здесь осмотреться. Сейчас, погоди. Эссенции пособирай. Что у нас тут? Лампадка. По старому обычаю их зажигали в честь умерших. Понятно. Алексей, 19 лет, любимый сын и брат. Я вижу уже дыру. Этого мне, наверное, не надо трогать. Хорошо. Как скажешь, Кер. Как скажешь. А вот денежки надо. Эвлалия фон Эверек умерла в 1250-м. Давненько, давненько. Кей... Кейс тут лежит и мне не нужен. Да уж. Геральт, как ты можешь оббирать мертвых? Старое надгробие. Надпись на плите почти совсем стерлась. Так, тут вообще туман какой-то. А там выход, я понял. Золотая кружка. Золотая кружка, золотая. Ничего, вам это уже не нужно. А я продам. Так, где-то тут я видел щелку. Кто это тут у нас лежит? Как ты тут оказался? А, понятно, понятно. Кровостой тоже пригодится. Так, еще одну кошку, пожалуйста. Земли уже прям как родные. Ну сейчас пауки будут, судя по паутине. Вот пауков-то я не люблю, не люблю. Что-то я сегодня прям клептоман какой-то. Ого, я так и знал, сволочь. Два,
давай кастуйся. Ах ты, тварь. Нет, 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 нет. Все, держись. Бей, 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 ёптаный тигр. Как я вас ненавижу, как я вас ненавижу. Прям вот на писечку до конца был. Ух, эти пауки быстрые. Ух, эти быстрые пауки. Фух. Врагу не пожелаешь. Так, а что там на пригорке? Подобрал. Ерунда. Так, здрасте, приехали. Я ж тут был. А, ну я просто выбрался, я понял. Понял. Так, и осталось у нас место. Что-то я не понял, куда идти. Анарата, жена Кейстута, умерла в 1257. Денежки тебе уже не пригодятся. Так, ну я не знаю, где это еще может быть. Витольд, Витольд. Тут еще ее не было. А, ну тут вот как раз таки это выход отсюда. Все понятно. Так. Так я и не понял, где. Там уже выход наружу. Здесь обобрано. Здесь обобрано. Здесь обсмотрим, все нормально. Так. И что-то я не понял. Заколдованное какое-то место. Хоть бы хоть кошку на быстрый слух включаем.
или не тупик? Я, по-моему, все прошел, не нашел. Ну сложно же. Где? Шани, ничего не скажешь? Береги себя, пожалуйста. Хорошо. Я постараюсь. Не хочу добавлять тебе работы. Хорошо. Кстати, я вот это не прочитал. Витальд фон Эйн. Ну, ёперный театр. Ритуал. Нужно окурить все залы в этом склепе. Хорошо. Курим. Так. Погнали. Жизнь и смерть. Пламя и кровь. Вернись в мир живых, ты, что его покинул. Восстань из праха тот, чью кровь я приношу. Вернись в мир живых, ты, что его покинул. Приди как друг, ибо и я тебе не враг. Восстань из праха тот, чью кровь я приношу. Жизнь и смерть, пламя и кровь. Верь, надо зажечь лампаду. Идем. И смерть. Приди, тот, чью кровь я приношу. Пламя и кровь, жизнь и смерть. Ты призвал меня, кто бы ты ни был. Мое имя Геральт. Я здесь, чтобы пробудить дух Витальда фон Эверека. Твои имя и цель не имеют значения, ибо ты не покинешь это место живым. Ты дух Витальда? Кто спрашивает моего внука? Это не важно, Нарата. Я хочу знать, откуда у него кровь нашего рода. Ибо только кровью Эвериков можно пробудить души Эвериков.
Сие правда. Насколько я знаю, из нашего рода в живых остался лишь Ольгерд. Да значит, этот человек пролил кровь твоего внука Гейстут. Не-не-не-не-не. Значит, вас нету среди вас? Вскоре ты встретишься с Ритальдом. Зато никогда уже не увидишь Ольгерда. Здрасте, приехали. Бей его, Эверики. А вот так вот не хотите? Закрой Ольгерда. Что-то вы и призраки, и люди как-то, я даже не знаю, чего против вас использовать. Я вырву тебе сердце! Воинственный винородец, люди. Точнее, не люди. Смерть тебе! Хватит болтать, к бою! Легко. Держите. Я из тебя всю жизнь сейчас высосу. Ау! Такая. Так, лишних убрали. Продолжаем. Ну и ну! Надоедливые сукины дети эти Эврики, а? Кто ты такой? Тот, кого ты ищешь. Витальд фон Эверик, брат Ольгерда. Здоров. А, я и забыл, что не могу себе даже яйца почесать. Хотя с тех пор, как я умер, яйца у меня вообще не чешутся. Я не хотел драться с твоей семьей. Они это начали. Я мертвый, а не слепой. Я хотел посмотреть, как ты справишься с этими заносчивыми засранцами. Ну и с бабулей. Они все равно мертвые, хуже уже не сделаешь. Ну да. А теперь говори мне, откуда у тебя кровь Ольгерда? Если ты причинил ему вред, я тебя убью. Я получил ее от одного общего с Ольгердом знакомого. У меня к тебе важное дело. Я труп, так что мне плевать на твои важные дела. Единственное, чего мне не хватает после смерти, это, скажем, добрые забавы. Да что поделать? И что тут? Часто у вас гости? Бывают, но не слишком часто. Потому-то, если кто пришел, то всей компании с ним поиграть охота. Веселая семейка. Ну да. Правда. Мы славимся любовью к пирушкам и войнушкам. В нашем роду набеги — это традиция. С дедовских времен. А известно, что если в набег идешь, так и добыча бывает. Значит, и на веселье монет хватало. Только под конец моей жизни все пошло к чертям собачьим. Да что уж там, не будем сыпать соль на раны. За несколько дней до моей смерти брат говорил, будто нашел способ снова подняться. Как раз таки он меня тянет. Меня прислал твой брат. Ну и как он? Эх, много бы я дал, чтоб с ним повидаться. Этого не будет. Но, может быть, тебе удастся испытать что-то такое, что будет интересно покойнику. Покойнику? Уже интересно. Говори, в чем дело. Расскажи себе немножечко, может... Не хочу показаться бестактным, но мне интересно, как ты умер. Да ну, не тушуйся. Все любят такие истории. Мне бы это понравилось, если б не меня тогда убили. Как это случилось?
Во время набегов обычно занимали бы хату старосты. А местным вахлакам велели самогон приносить. Да и девок бледовитых в округе всегда хватало. Вот только в тот раз попали мы в засаду. Пятеро на одного получилось. Но меня и убили. Черепа дубовый стол раскололи, как яичко. Неприятно, неприятно. А Ольгерд? Откровенно говоря, я не очень хорошо знаю Ольгерда. Расскажи мне о нем. Ольгерд – замечательный человек. Настоящий вояка. Другого такого не сыщешь во всей Эридании. Лучше него не найдешь ни в драке, ни на перу. Мы еще щенками были, а он уже в набеги ходил, когда война шла. Приграничные деревни с копом в портки срали от одного имени – Ольгерд. Я был его правой рукой, а товарищи наши за ним в огонь и в воду были идти готовы. И чем вы отличались от обычных бандитов? Мы? Бандиты? Ты слова-то подбирай. У кого-то из наших, может, и были драки на уме, но только не у Ольгерда. Он всегда был любопытнее всех на свете. Все-то ему было интересно. Книги читал, картины любил. Но и невеста у него была прекрасная, как сон. Ладно, к делу. Я выполняю для Ольгерда одно задание. Мне надо сделать так, чтобы ты повеселился, как никогда в жизни. Правда? Ну, вот что значит брат. Вот так, брат, скажу тебе. Даже после смерти обо мне помнят. Так сколько у нас времени? Думаю, за ночь вернемся. Отлично. Погоди-ка, я только сабельку возьму и... Чтоб тебя черти взяли! Ты ж дух, ты не можешь ничего взять. А, все время об этом забываю. Ну и как же мне прикажешь наслаждаться? Ни кружки взять в руку, ни сабельки. Девушки как следует в танцы не прижать. Уж придется как-нибудь обойтись. Пошли. Никуда я не пойду. Ты должен сделать так, чтоб я развлекался? Так придумай, как мне это устроить. Как? Оживи мое тело. Я не сумею. К тому же, оно ведь разлагается. Ну тогда придумай что-нибудь еще, а в таком виде я никуда не пойду. Что ж с тобой сделать-то? Приведу кого-нибудь. Думаю, я мог бы сюда кого-нибудь привести, а ты бы мог взять взаймы его тело на один вечер. Ты хочешь, чтобы я в кого-нибудь вселился? Ну, да. А допустим, я соглашусь. Чье это будет тело? Не знаю, кого-нибудь из людей Ольгерда или кого-то из селян, кто согласится на это за деньги. О, вот уж нет. Не полезу я в шкуру дружбана или какого-нибудь немытого деревенщины. У меня есть идея получше. Ну нет, и речи быть не может. Да, вот именно, что да. Геральт. Геральт, очнись! Открой глаза! Где же нюхательная соль? Стоило умереть, чтобы полежать на таких чудных коленках. Интересно, что же там скрывается повыше? Ты с ума сошел? Да, как только тебя увидел. Погладишь меня по роже еще минутку, и я буду готов провести вечность в теле пса.
чтобы виться у твоих очаровательных ножек. Геральт, да что с тобой происходит? Геральт? Я Витальд. Что? А, ну ладно, погоди минутку. Нет, я определенно не люблю, когда в меня вселяются. Если бы ты так не сопротивлялся, не потерял бы сознание. Геральт, ты можешь мне объяснить, что тут происходит? Ну, вот, пожалуйста. Это все он виноват. Мое почтение, целую ручки. Кто? Ну, он. Про Тольгерда. Геральт, здесь никого нет. Ах, ну точно. Похоже, твоя прекрасная подруга меня не видит и не слышит. Может, это даже к лучшему. Так, давай-ка это... Ты должен кое-что усвоить. Я ничего не должен, только замечательно развлечься. Что я и собираюсь сделать. Я теряю терпение. Я тоже. Ты можешь мне объяснить, наконец, что здесь происходит? Оу, как я люблю нетерпеливых! Я должен сделать так, чтобы Витальд фон Эверик развлекся как никогда в жизни. Но так уж вышло, что он дух. Так что мне придется одолжить ему свое тело. Погоди. То есть, сейчас он в тебя вселился? Нет, сейчас нет. Сейчас стоит рядом и пялится на тебя. Но когда я буду одержим, все мои слова и действия на самом деле будут принадлежать ему. А что, если я захочу поговорить с тобой? Да. Ах, ну тогда пусть подойдет и попросит, чтобы я на минутку вышел. Тогда ты должна его попросить, чтобы он на минутку вышел. Понимаю. Замечательно. Ну так как, моя сладкая? Может, выйдем из этого мрачного склепа? Тут недалеко такая роща, где поцелуй на вкус слаще всего на свете. Я так понимаю, что сейчас ты уже Витальд. Похоже, мне не составит труда отличить тебя от Геральта. Я тоже так думаю. А между нами этот твой ведьмак страшный зануда. Разве что иногда. Ну, я вижу, мы поладим. Но так как насчет рощи? Боюсь, я не хочу в этом участвовать, дух. Что поделать? В таком случае пойду в ближайший бордель. У меня есть идея получше. Прежде чем Геральт призвал тебя, я пригласила его на свадьбу моей подруги. О небеса, вот так удачный день у меня сегодня. Не найдешь в Ридании лучшего танцора, чем Витальд фон Эверек. За мной, лапушка. Развлечемся, как никогда в жизни. Хорошо. Мне еще надо переодеться. Так что можем встретиться у святилища. Это мне не по душе. Почему? Не люблю святилища. Я и при жизни посещал их только чтобы ограбить, а после смерти они мне стали нравиться еще меньше. А может, мы с тобой прямо на свадьбе и встретимся? Ну, кажется, у нас нет выхода. Великолепно. Тогда увидимся на месте торжества. Конечно, не бандит. Вот эта девка! От такой запросто можно голову потерять. А это говорю тебе я, Витальд фон Эверик, которому чем попало, не угодишь. Ну-ка, честно мне скажи, как на духу, есть между вами что-нибудь? Потому как, если что, я буду держаться подальше. А если нет, то... Ух, навестить бы с ней пару сеновалов. Она мне очень дорогая, очень. Скажем, когда-то мы были друг для друга больше, чем знакомыми.
Видишь, я сразу так и понял. Я такие вещи нюхом чую. Разбираюсь я в людях. Жаль, конечно. Я бы сам ею с удовольствием занялся. Но другу я свинью подкладывать не стану. Ну так что, идем на эту свадьбу? Идем. Тогда веди, а я буду сразу за тобой. Пошли, пошли. Чё? Держи от нее лапы подальше. А как это быть, Витя? Витя, я тебя не слышу. Давай выйдем сюда. Что, давайте на этом забагованном месте, пока нас Витальд не слышит, распрощаемся. В следующий раз будем на свадьбе куролесить с Витальдом. Будет круто. В общем, спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.